Самарского района. В Самаре усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Об этом стало известно на еженедельном заседании городского штаба по предупреждению распространения коронавируса под председательством первого вице-мэра Максима Харитонова. Пристальное внимание уделяется соблюдению всех противоэпидемических мер в торговых центрах, а именно термометрии, ношению масок, наличию санитайзеров и разметки социального дистанцирования. На нарушителей, как покупателей, так и юрлиц, составляют протоколы. Лучшим решением защитить себя в этот непростой период остается вакцинация. По состоянию на 27 сентября в городском округе Самара 423 188 человек получили полный курс иммунизации против коронавирусной инфекции. 26 235 человек находятся в стадии вакцинации. Также городским штабам поручено усилить контроль за масочным режимом в общественном транспорте. Мы нарастили количество рейсов, вышли на количество 80 рейдов в неделю. Высажено у нас было за неделю 184 пассажира. Меры по борьбе с коронавирусом комплексные. Предприятиям-перевозчикам поручено увеличить частоту мойки и дезинфекции подвижного состава. Городские власти продолжают закупать и устанавливать рециркуляторы в общественный транспорт. Сейчас готовится необходимая документация. Прорабатываются графики поставки новой партии оборудования. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.